быть в марте светлячков, сомневаюсь. Однако в эти выходные как раз-таки это необычное явление можно будет наблюдать. Правда, сами светлячки будут не живыми, а так скажем, искусственными. За всеми подробностями этого необычного флешмоба мы обратились к одному из организаторов, Дмитрию Гусеву. Здравствуйте, Дима. Ну, давай, что же это будут за светлячки такие? Откуда они появятся в мартовскую холодную погоду? Светлячки в городе появятся не случайно. Это будут даже не обычные, а велосветлячки. Это всероссийский флешмоб, который проводится уже не первый раз у нас в стране. Поддержку оказывает этому флешмобу и главным организатором, скажем так, выступает Всемирный фонд дикой природы. И также велосообщество «Русвелос». Они организовывают это мероприятие и приурочивают его в честь часа земли, который пройдет вот непосредственно 23 числа в 8 вечера, когда все люди хотя бы на час, ну, не то что должны, но могут отказаться от электроэнергии. Вот мы засветим этими как бы фонариками с помощью велосипедов. Но это первая такая акция в Ростове, да, именно? Не проводилась раньше? Мы, как ростовчане, да, впервые присоединились к этому флешмобу. До этого уже несколько лет проводился по России. С каждым годом этот флешмоб набирает обороты. И, соответственно, в этом году присоединились и мы. Расскажи, пожалуйста, как эти светлячков, да, будете на них вешать, что ли? Что это будет? Технология какая? Вообще, принять участие может любой желающий. То есть это... конечно же, касается в первую очередь велосипедистов, которые сами по собственному желанию могут оборудовать любыми световыми приборами свои велосипеды. А также и пешеходы, желающие принять участие, могут без проблем поучаствовать, взяв велосипеды на прокат. Именно поэтому мы и организуем это мероприятие. Старт мероприятия пройдет на пункте проката велосипедов, где уже будут оборудованы там прокатные велики. Поэтому, в принципе, ну, схема будет весьма обычная. Мы просто проедемся по городу, по центральной улице, по Пушкинской, привлечем внимание как прохожих, так и, в общем-то, рассчитываем привлечь внимание, ну, скажем так, властей к проблеме и велосипедизации, и экологичности, и вот вообще природы в целом. Ну, напомни, пожалуйста, число, время, чтобы люди запомнили и подтянулись. 23 марта, 8 часов вечера, Суворова 52А, это непосредственно креативное пространство Ростова, здание Creative Space Pro. Все подробности могут найти у нас в группе ВКонтакте «Велосветлячки 2013». Или у нашего партнера «Прокат в Ростове» на сайте и в группе то же самое. Мы постоянно освещаем, делаем там репосты, перепосты этой темы. Теперь поговорим о развитии велосипедного, наверное, спорта, вообще направления в Ростове. Люди пересаживаются с автомобиля на велики или нет еще пока? Люди пересаживаются на велосипеды и отдают уже предпочтение этому транспорту не только как развлечению, скажем так, а уже многие передвигаются круглогодично. В частности, если говорить о том, что происходит в городе, то постепенно устанавливаются велопарковки. Власти начинают обращать внимание на эту проблему, потому что велосипед, как транспорт, он может решить сразу несколько как бы урбанистических проблем. То есть это как бы загазованность. Чем больше людей у нас будет ездить на велосипедах, тем улицы станут чище от выхлопных газов. Это непосредственно пробки, которые у нас уже растут и с каждым днем увеличиваются. Ну и, собственно говоря, это хорошее настроение граждан, это всегда как плюс городу, когда улыбки на лицах горожан, ну, не спадают, а на велосипеде они всегда улыбаются, это однозначно. Но в то же время у велосипедистов это тоже немало проблем, главное, если их количество увеличится, чтобы пешеходов не сбивали на наших неприспособленных тротуарах. Да, кстати, хотелось бы отдельное внимание уделить тому, что вопросу безопасности, как и на велосветлячках, то есть этот вопрос остается на
как бы, ну, на совести участников. То есть мы от себя проводим инструктаж перед выездом, но в свою очередь напоминаем и всем участникам о том, что необходимо там иметь шлемы, необходимо соблюдать правила дорожного движения, движения там на велосипеде и просто банально безопасность свою собственную и безопасность окружающих. Дим, ну на этой позитивной ноте я хочу сказать тебе спасибо, спасибо, что пришел, ну а зрителям пожелать пересаживаться на велосипеды, заботиться и о природе, и о своем здоровье. Спасибо.